Это грандиозное шоу в Ледовом посвящается Дню Матери, которую петербуржцы отмечали в прошедшие выходные. Концерт прошел 29 ноября при поддержке администрации Невского района, а также комитетов культуры и образования города. Я очень рад, что мне сегодня представилась возможность поздравить вас с замечательным праздником – Днем Матери. Для каждого из нас мама – самый главный человек. Это человек, который подарил нам жизнь. Концерт на сцене в Ледовом – итоговое мероприятие в рамках проекта «Мама». В этом году Невский район послужил стартовой площадкой для запуска программы, созданной по инициативе депутата законодательного собрания Константина Серова. Проект «Мама» – это интернет-портал с полезной информацией для мам, а также целый ряд конкурсов. За эту осень ребята из школ, детских садов и подростковых клубов посвятили Дню Матери тысячи рисунков, фотографий и танцевальных номеров. Лучшие коллективы смогли выступить на одной из крупнейших концертных площадок города. Пользуясь возможностью, я хочу поблагодарить все педагогические коллективы, которые вместе с нами в этом участвовали, потому что без их помощи, конечно, не справиться. Активность была очень большая, мы, честно говоря, даже не ожидали. На сцене выступала певица Елена Ваенга. На льду фигуристы, среди которых звезды с мировым именем, такие как Алексей Ягудин и Ирина Слуцкая. Шоу получилось ярким и фееричным. Я сегодня опять поймала несколько раз себя на мысли. Нет, не на мысли, на ощущение этой мысли, что красота спасет мир. Программа «Мама» получила самый живой отклик как от руководителей других районов, так и самих жителей. На следующий год организаторы будут рассматривать вопрос о том, чтобы вывести проект на общегородской уровень.